Мокрица – это миниатюрная мусоросборочная машина. Они питаются гниющими растениями, плесенью, собственными экскрементами и, в случае отсутствия еды, другими мокрицами. Они меняют панцирь 6 раз в год, и в это время они остаются совершенно беззащитными. Мокрица съест свой собственный панцирь, панцирь другой мокрицы или даже другую мокрицу, если застанет ее без панциря. Находящиеся на брюшке жабры, которыми они дышат, должны оставаться влажными, чтобы поглощать кислород из воздуха. Они могут поглощать воду с двух концов – и ртом, и через трубки, находящиеся рядом с прямой кишкой. Это не имеет значения, пока они на ногах. Они поглощают влагу, но выводится она немного иначе. То, что в большинстве случаев выводится мочой, у мокриц выводится газом. И этим каннибалам найдется место в аптечке. В прошлом их прописывали как средство от несварения желудка. Возможно, потому что в их панцире содержится много кальция. Этим они обязаны своему прозвищу «жуки-пилюли».